В наше время невозможно представить свою жизнь без телефона или компьютера. В среднем человек работает с гаджетами более 8 часов в день. И это одна из причин неутешительной статистики. Каждый третий житель Бурятии страдает от плохого зрения. Также эта проблема касается детей, у которых с ранних лет ухудшается здоровье глаз. Что же с этим делать? Конечно, регулярно проверять зрение. А помогут в этом специалисты оптики ССЭК. Компания имеет международный статус Essilor Experts. Это знак качества. И продолжает поддерживать свой высокий уровень. Сотрудники оптики постоянно проходят обучение. Сотрудники оптики ССЭК, эксперты Essilor, и все магазины, они профессиональные экспертности. Почему мы дали такое высокое звание салонам оптики ССЭК? Потому что Essilor проводит очень большую образовательную поддержку специалистов. Специалисты очень хорошо разбираются в очковой оптике, могут предложить правильное оптическое решение, своевременно рекомендовать не только линзы, но и рекомендовать технологии. Мы проводим очень много образовательных встреч с блогерами для того, чтобы в СМИ ушла информация о необходимости, целесообразности коррекции зрения правильными линзами. На ежегодных пресс-конференциях с блогерами и журналистами обсуждают проблемы зрения современных детей, важность правильного подбора очков и, самое главное, сохранение здоровья глаз. С 8 лет у меня началось ухудшение зрения уже на 0,75 диоптрий в год. С конца 2021 года я начала носить очки с линзами Stellest. И вот за эти полтора года у меня впервые в жизни было такое, что зрение не ухудшилось. Я рада, что мое зрение наконец-то стабилизировалось, что уже нет ухудшения. Я могу быть уверена в себе, в своем будущем и здоровье. И если посмотреть даже сейчас класс моего сына, то у них 70% одноклассников уже ходят в очках. Если оба родителя имеют миопию, просто обязательно нужно проверять зрение ребенку и прям следить за ним. Век у нас цифровых технологий, и нужно заботиться о здоровье глаз не только себя, но и своих детей. Благодаря такой конференции я узнаю, что сейчас есть современные методы, как остановить развитие близорукости. Кстати, сейчас на современные линзы для очков действуют скидки до 40%, а также спеццены на линзы для контроля детской миопии Stellest. Приобретайте качественные очки выгодно вместе с оптикой ССЭК.